Девочки, сразу предупреждаю, что это видео не для слабонервных. Про женщину. Боже, так страшно, но еще расскажи. Короче, недавно. А вот и наша именинница. Что ты делаешь тут? Привет, крошки мои. С вами я, Силя, и... Дэнни, и... Скромняга. В темноте. И скромняшка в темноте. А все почему? А все потому, что она... Что ты делаешь, Дэнни? И кто поссорится? А, это перец. Ладно, перец можно. Дэнни. Вот в натуре. Накосячишь, я укаешь. Шеляю, какая-то... Как будто я только проснулась. На самом деле мы проснулись уже очень давно. Мы делаем дела. Бешеные дела. О, вот так лучше. Да, Дэнни? Смотри, как мы смотримся. Мы проснулись сегодня утром рано. Ждали доставочку, кое-чего, кое-куда. Вся интрига. Вот. Потом что мы сделали? Потом мы делали дела. Деловые. Кое-какие. Скоро все узнаете. Вот. И что еще потом? А, сейчас мы голодные, пришли покушать. Вот я пить кофе, на самом деле, малышу заказываю... овощи и рыбку на пару. Он очень любит, я уже показывала вам, что он кушает ее очень аппетитно. Аппетитно кушает. Вот невозможно с ребенком в заведение ходить. Он же все вот-вот-вот все тащит. Все тащит. Дэня, не борись с Кристиной. Сейчас нам все принесут, ты поешь. Слушайте, вообще я заметила, что так сложно вот снимать влоги. Блин, надо подвинуться так, чтобы парня не было видно этого. Очень сложно снимать влоги, когда, ну, как бы ты что-то пока не говоришь, да, ну, потому что я хочу сказать это потом, вот, сразу, вот, и пока не говоришь, и такое ощущение, что тебе нечего сказать, да, вот вся голова занята чем-то, чем ты не можешь сказать, это вообще как-то сложно, потому что хочется именно этим поделиться, все сказать, рассказать, ну, не знаю, пока так. Сейчас будут как-то нестабильно выходить видосики. Я не помню, говорила я в Инстаграм это или нет. Потому что просто нет времени. Мы ложимся очень поздно. Кристинка мне помогает во всем. Со мной рядом, мой преданный друг. Не ойкай мне. Вот. И Денька тоже вот рядом. Но он больше мешает, пока чем помогает. Отнимает наше драгоценное время. Если бы я сказала, вот тогда бы это мешало. Как я тебе помогаю? Да, ну, иногда почти помогает, да. Иногда отвлекает. И улыбается. Играют. В ножики вилочки. Просто вилки, да, ножики. Детям не игрушка. И у нас еще нет тарелки. Вот, и к чему я это все? К чему же я это все? А, что видосы будут нестабильны, потому что нет просто времени. Но я очень стараюсь и думаю об этом. И вот сейчас как раз таки решила снять влог. А влог у нас о чем? О том, что я не могу сказать. Вот такой вот влог. Не знаю, что мы сегодня будем делать. Мы ходим по магазинам. Классно, столько дел. Мы что-то покупаем. Пацан, домой поехали? Заводи мотор. Все, приехали? Куда ты лезешь? Ага, хитренький. И снова привет, мои хорошие. С вами Селена. Сегодня началось утро с того, что, в общем, дела у нас. Кстати, я говорила вам, что... Сейчас, секунду. Я на некоторое время перестала пить кофе. Ну, надолго меня не хватило, буквально там 3 дня я не пила кофе. В принципе, я нормально себя чувствую без кофе, просто я люблю его вкус. Честно говоря, я могу даже его вечером попить, и я просто кайфую от кофе. И мне сам антураж, знаете, куда-то пойти, я иду, беру с собой кофе. В общем, у меня от кофе болела голова, у меня стучало сердце, я себя чувствовала очень не очень. Вот, и прошло 3 дня, я снова беру кофе, вот опять я выехала по делам, и мне кофе, оно как-то и бодрит, и настроение поднимает, но кофе это как бы... Это не просто напиток, короче, оно делает день, в общем. Вот, и сейчас я взяла кофе, будем пробовать, что будет у меня или нет. Неужели возраст уже? А-а-а! А-а-а! А-а-а!
прям приезжали. У-ху. У моей мамы сегодня день рождения. Дэнни, у бабушки день рождения сегодня. Yeah. Да. Мы едем сейчас к ней. На 8 марта ей дарила розы. В этот раз решила подарить тюльпаны. Я хотела на самом деле на 8 марта тюльпаны. Мне они так нравятся. Они сезонные еще. И вот это очень круто. Так как она у меня любит розовые цвета, нежные. Короче, она блондинка в душе. Я ей вот такой цвет красиво выбрала. Вообще очень крутые. Вот, мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Я знаю, что ты будешь смотреть это видео. Я желаю тебе в первую очередь здоровья. Ты нам нужна здоровенькая. Ты наша незаменимая вообще. Ты самая лучшая мама в мире и бабушка. Вот, я тебя очень-очень сильно люблю. Мы тебя с Дэнни поздравляем. Дэнни, скажи, бабушка, с днем рождения. С днем рождения, бабушка, скажи. Помаши бабушке. Помаши бабушке. Дэнни. Бабушке, помаши. Пока, скажи, бабушка. Помаши бабушке. Вот бабушка, махай. Эти обезьянка. Все, мы к тебе едем. Вот мы пришли к мамочке. Поздравили ее. Но ты посмотришь видео, я тебе там говорю. Хорошо, я тебе говорю. Моя красавица. Похожа мы с ней? Она, правда, у меня не накрашенная, не красится в последнее время, но она прекрасная и не накрашенная. По-простецки, по-домашнему. Да, я вот вся в нее и рада этому. Вот если я буду такая, как она, в ее возрасте, то супер. Тебе 20, да? Лучше. Да, смотрите, вы видели, какую она сделала стену? Обновила ее и сама делала рамочки. Сейчас вам покажу. Вот это тебе больше всего нравится? Да, я люблю, когда людей глаза светятся. Да, мы классные тут. Короче, мама сама вот эти все рамочки делала. Ты обрезала прям, да, и клеила? Как ты делала? Я делала рамки, на них наклеивала. Делала рамки, на них наклеивала фотки. В общем, обновила стену. Вы помните, что были у нас без рамочки, все и старые. А сейчас вот новые фотографии. Мамка налепила тут вообще. Вот. А вот наше тоже семейство. Брат мой со своей женой и наши детки. Ма, ну смотри, это твое потомство уже. Да? Да, да. Ты гордишься своим потомством? Моя семья. Какие красавчики у тебя все. Красавчики. Ты поздравил бабушку? Поздравил бабушку. Бабушка сама только вчера вспомнила про день рождения. Да. Забыла сама. Мы так относимся к дню рождения, да? Не супер-мега праздник. Интересно, когда идет на убыль. Какой убыль, блин, мама, что ты говоришь? Ну, когда человек растет, это одно, а когда он уже стареет, это уже... Ты не стареешь, ты молодеешь с годами. Конечно. Вообще никаких инъекций, никаких ничего. Посмотри, какая никаких ты прекрасная инъекций. У меня. Замечательно. Как накрашусь вообще красотуля. Кстати, если кто-то помнит, здесь на стене было еще видео с Кристиной. Оно никуда не делось, оно здесь. Здесь. Наша дружба вечная. Что там с Кристиной? Мы... А, вон мы с Кристиной, тут все равно. Вот она. Мама, тут глаза не горят, тут наши лица горят. Солнышки светятся. Да. А вот я шатенка, кстати. Да. Да, это же шатенка. Какой-то у меня такой здесь. Рыженькая. Рыжий шатен. Ну, не, я не была рыжая тогда. Да, тоже не была. Ну, не рыжая, мам. Не, я рыжая вообще была рыжая. Вон. Короткая стрижка, рыжая, да, вот да, она. Вот она. Но это, рыжий цвет я красила, когда была короткая стрижка, а еще у меня были такие чуть-чуть удлиненные волосы, я помню, что покрасилась в рыжий. Но вот когда у меня были вот эти длинные, кстати, здесь на фото видно, посмотрите, какие они у меня блестящие. Видите, лоснятся как. Это я, у меня были очень длинные волосы тогда, и я ходила в Москве, салон называется «Любимый». Да, «Любимый». Там был мальчик, хозяин. Ну, мужчина, ему очень нравилось, когда его девчонки, которые приходили к нему в салон, они называли «любимый», типа, да, салон «любимый», там, или просто «любимый». И, говорит, мужики все время их так ревновали, а ему прикол было. И он мне красил голову тогда, он делал мне, знаете что, ламинирование, вот с таким каким-то шоколадным цветом. Я тратила у него по 4, по 5 часов, потому что система была такая, что он мне намазывает все это на волосы, а потом я с этим делом сижу
сушусь, очень долго сушусь под феном таким теплым. Потом все это само дело должно остыть. Короче, 2 часа, наверное, с этой вот снадобьем с этим сидела. Потом он все это мне мыл и даже никогда не укладывал меня, ну, в смысле вытяжка, утюг там и так далее. То есть он у меня холодным воздухом просто волосы сушил. Ну вот, даже феном вот так не вытягивал, чтобы волосы были здоровые. И вот это вот волосы у меня не уложенные абсолютно. Вот так просто посушил и все, и я шла. Они были офигенные. Запускаешь вот так вот руку просто туда, под волосы. Кстати, может, блин, сделать мне? Реально, это цветная ламинация была, если я не ошибаюсь. Ламинирование волос цветное. Вот такие они кайфучие, блестящие. Еще раз покажу вам. У меня ни на одной фотографии такого волоса не было. Мама, видите, черненькая была раньше. Вот. Светлый цвет молодит всегда. Ну и плюс седина, когда уже... Это такой лайфхак для девушек, когда седина уже... Многие женщины переходят в светлые цвета, чтобы когда отрастают корни, не так сильно бросалась. Кстати, я говорила вам, что я купила новую краску для волос. Я буду тестировать. Она итальянская. Энебрия, по-моему, называется, жемчужный цвет. Я буду красить ей корни и тонировать всю голову. Так что ждите кухню красоты. Мама там уже цветочки ставит. А Деня полез в свой шкаф игрушек. Денька в своем шкафу игрушек. А я пью кофе. Привет, крошки, я совсем запуталась в днях. И сейчас я еду отвозить малыша к бабушке. Сама делаю дела, потому что у меня тут всякие планы грандиозные. Не говорю пока что, я уже говорила, почему не говорю. Многие там спрашивали, там уже замечают какие-то изменения, кое-что новое. И я говорю, что я не говорю, потому что я не хочу растрачивать энергию в словах, вот в этих, да, пока еще ничего не совершилось. Мы приехали к бабуле. Дэнни! Дэнни! Все, мама побежит сейчас дела делать. Веди себя хорошо. Отдала малыша. На улице пошел дождь. Супер вообще. Мне сейчас носить все. На сегодня день рождения, кстати, у моей Леносечки. Сейчас должны... Заказала букетик. Там очень классный. Вместо цветов решила букет такой из цветов и фруктов. Много раз видела такие штучки. У нас в Ростове делают такой красивый букет. Мне кажется, как раз в преддверии весны витаминчики полезны. Я думаю, что это более полезный будет букет, нежели просто цветы, которые потом завянут. Надеюсь, ей понравится. Вот, уже готовлю тут конвертик с баблишком. Тоже деньги никогда не помешают. Я считаю, что на день рождения, вот, кстати, близким подругам, да, если у вас нормально все с финансами, ну, не, ну, как бы, да, можете потратиться, то лучше подарить деньгами все. Ну, понятно, что иногда подарок можно за 200 рублей, да, купить, подарить. А 200 рублей так просто даришь не очень. Нужно какую-то круглую сумму там дарить, да. Вот. Но когда я располагаю финансами, я предпочитаю дарить деньги, чтобы люди, ну, действительно взяли себе то, что им нужно, то, что им полезно, нежели я подарок бездельничный подарю. Вот. А я сама как бы рада вообще любому подарку всегда. И мне не важно, потому что я знаю, что у людей бывает по-разному с финансами. В общем, кто что может дарить, тот и дарит. Вот. Ну, от себя лично мне кажется, что деньги хорошо. Ну и цветы, это всегда само собой хорошо. А вот сейчас сделали такие прикольные букетики. Для чего я говорю, я вам скоро покажу. Еще представляете, я себе сорвала вчера ноготь просто. Я не буду показывать. У меня прям посередине вот ногтя. С малым вчера ездила, вот неудобно, да, там по рынкам, по всяким там магазинам, и просто закрывала дверь, пока там, в общем, складывала, и просто такая боль, и кровь пошла у меня. В общем, у меня прям ноготь напополам вот так вот, да, сорвался, и я не знаю теперь, как мне делать маникюрчик мой. Вообще, по-хорошему бы его залить гелем, укрепить, ну да, то есть сделать ремонт ногтя. Но очень страшно, дабы не попали туда вот эти средства, там же, когда обрабатывают, наращивают ноготь, специальными, ну, обезжиривателями вот это вот все. И если попадет, будет очень щипать, не знаю, короче. Но пока что растет, я хожу теперь вот так вот, с таким вот пальцем. Вот, и по поводу, хотела сказать, да,
не успела там договорить. По поводу энергетики, я уже где-то говорила это в каком-то видео, но не знаю, еще раз повторю, что если вы что-то надумали, что-то создать, что-то сделать, то желательно не распространяться это всем и вся, пока вы это не сделаете, потому что через нашу речь мы можем терять нашу энергетику, которую мы должны, нашу энергию, которую мы вкладываем в наше какое-то дело, в создание чего-либо, да, в нашу какую-то идею. И чтобы не растрачивать эту энергию в словах, то старайтесь все это держать в себе. Это на самом деле очень тяжело, потому что очень хочется поделиться со всеми, рассказать о планах там и так далее. Но нужно проявить терпение реально и сначала реализовать этот момент. И очень не кайф смотрится, когда, знаете, вы что-то там придумали, например, потом рассказываете все это всем, у вас не получается, и все, ну что, ты такая, да, все, не получилось. И как бы не очень, да? Нежели когда никто ничего не ждет, а тут раз, опа, сюрприз. Вот мне цветочки звонят, кстати. Алло? 27 марта, это не только 25 марта, не только день рождения у моей мамы, но 27 марта день рождения у моей Ленусик Хэппи. И мы сейчас, вот я жду Кристинку, я собираюсь до нее доехать быстро, так как у меня нет времени, и Ленусик, в принципе, не отмечает день рождения, хотя всегда, когда приходит день рождения, люди что-то начинают делать. Но так как я деловая женщина, я могу только заехать, поздравить и дальше побежать делать свои дела, потому что времени очень мало. Смотрите, какой я ей приготовила букетик. Это не просто букетик. Это букетик вот такой. Яблочки, киви, клубничка и цветочки. То есть я думаю, что этот букетик будет полезный и вкусный. Как я уже говорила в инстаграме намного раньше, кстати, где я взяла этот, заказала букетик, я ссылку там оставляю. И, кстати, у них там есть разные букеты, даже для мужчин на 23 февраля, вот они делали, я помню, тоже думала на 8 марта какие-то сделать подарки. В общем, там разные они собирают букеты и с едой, в общем, в основном с едой, да, с едой. То есть есть как с фруктами, есть там с пивом делают, с вином, в общем, такие, с напитками еще. В общем, все съедобное, прикольная тема. Вот так что в инстаграм заходите, если интересно. Посмотрите. Вот, а Ленусечку я поздравляю, естественно, с днем рождения. Я желаю ей крепкого здоровья. Оставайся такой же красивой, такой же умной девочкой. И я думаю, что в твоей жизни все будет хорошо. У тебя безумно классная энергетика. Я рада, что мы с тобой снова вместе после большого перерыва такого в общении, так как жили в разных городах. Но я рада, что мы снова вместе, и ты моя родная душа. Вот, так что я желаю тебе только всего самого-самого лучшего. Будь счастлива. Букетик тебе везу. А вот и наша именинница. Что ты делаешь тут? Достаю фруктики. Достаю фрукты из своего супер-мега. Ну что, тебе понравилось? Вот скажи, лучше такой цветочек. Офигенский, да? Мне вот никогда не дарили таких еще. Мне вот никогда. А тебе дарили фрукты вместо цветов? Нет, мне еще не дарили ни конфеты, ни фрукты. И вообще, в принципе. Мы находимся у Леночки в гостях. У нее вот очень красиво. Она уже. Всем привет. Она накормила нас уже, напоила. Это вот я ем. Некрасиво ем, да? Надо вот это тоже есть. Я некрасиво ем. И знаешь, хорошо, что здесь нет каких-то фруктов, которые реально вот текут, знаешь, которые не наши. Вот все-таки вот яблоко наше, вот хорошо, что такие вот. А киви наше? Ну, не наше, но оно при транспортировке хорошо его сохраняет. Я имею в виду такое, ну ты поняла, да? Вот там, может, положили бы какие-нибудь мелкие вот эти. Да, мне кажется, они вкусные и полезные. Малина, ты имеешь в виду? Ну, что-нибудь такое. Оно вкусное и полезное, но оно ни к чему. Вот так очень хорошо. Да главное быстро это адресату отдать. А пусть дальше он что хочет, то и делает. Да. Что, ты нас угостишь фруктами? Конечно. Пришли такие, слышь? Подарили букет. Подарили, что ты у нас угостишь? Да не, Леносик, это тебе. Да. Мы не возьмем ни одной фруктинки. На день рождения нужно насытиться витаминами. Мы ни одной фруктинки не возьмем. Кстати, вы заметили, что у Лены она отпускает свой цвет волос. У нее будет амбре. Тебе надоела блондинка, да, уже, Лен? Да. Хочу побыть с собой. Вот. Будем ждать, пока Лена отпустит свои волосы серые.
Ну серый, русый, русый, он же только серый. Изменений. Я до сих пор 2 года не могу привести. У меня сестра из натурального. Кстати, Вика моя покрасилась. Моя Вика, сестра покрасилась. Видела на фото. Надо посмотреть. Да. Она еще хочет светлее сделать белый. У тебя, кстати, тоже волосы лучше стали. Уже и отросли. Так мне это новое мое средство, которое вот я должна видео снять. Вот. Давай же быстрее снимай видео. И через 2 месяца все-таки светлее еще хочу покрасить. Кристина вообще она скоро преобразится. Да, у тебя почему хорошо отросли. Она потихонечку так преображается. И Лена преобразится. И я преображусь. Все преобразятся. Да вы и так красивые, девчонки. Мы и так красивые. Смотри, что там наготовила нам. Сейчас я не нам, а сама. Красота. Видали такого, Дэн? Крис с шуруповертом. Аккуратно. Аккуратно. Блин. Мне надо было снять это, блин. Сейчас я соберу. Да, девочки, мы умеем работать шуруповертом. И все мы делаем своими руками. Я уже сделала одну часть. Вот зеркальце я тут сделала. Кристинка второе делает. Все, все вместе. Итак, привет, крошечки мои. Мы продолжаем день какой, не знаю какой. Делаем дела. Сейчас я иду в одно место. В одно место, да. Слушай, у меня вот это вот как у Бузовой, да, когда она встречалась с этим... С кем? Ну, с кем она встречалась в Инстаграме постоянно? С Тимура. Куда? И типа они случайно все время виделись, да, и у них все время мы совершенно случайно. А мы с тобой в МГДИ, ну, мы идем кое-куда, опять мы идем кое-куда, и все это интрига. Куда же они, ёптель-моптель, идут? Что же они там ёптель-моптель делают? Бля, я так снимаю, и кажется, ты такая малявка. Вообще малявка. Как Дэня. Как Дэня. Да, Дэнька у меня пищит, пискун. Ой, короче, мы в центре. Сейчас я пойду малому за игрушками. Такие офигенские игрушки возьму ему. Сейчас не за игрушками. Сейчас не за игрушками? Да дальше еще. А потом за игрушками. Блин, как далеко мы припарковались. А еще Селена будет мне сегодня... Кончики встречи. Да. Да, на новолунию, да? Или да, что? Да, я по календарю лунную инфу стригусь. А мне, может, тоже? Тебе зачем? Чтобы длиннее были волосики мои. Короче, все перекопали, тут мы на Ворошиловском. Вот наш Ворошиловский, смотрите. Потом мы поедем туда. Там мост. Мы поедем в Мегамаг. Деньги за игрушками. Кристина решила быть моим оператором сегодня. Говорит, хочу тебя снять вот хоть раз вот так вот, как оно есть. Мы пришли в хлебную лавку. Здесь, оказывается, кофе нормальная цена на вынос. 145 рублей. И есть без кофеина. Я думала, что только в Старбаксе есть без кофеина. Оказывается, и здесь есть. Сейчас мы запробуем. Мы сидим прямо на входе. Вот я смотрю, заход в торговый центр. Мы приехали вы куда, кое-зачем. Все, я сказала. Покричай. Зачем ты показываешь? Там нечего смотреть. Вот да, все. Просто ты сказала возле входа. Я хочу... Девчонки, а вот то это, вдруг ты врешь. Вот это офигенный костюм. Я вот с него проехала. Скоро? Ты в этом костюме сливаешься со входом. Ого. Все, просят деньги. Что у меня за банк? Секрет. Можно же карточка? Да? Слушайте, кофе без кофеина очень вкусный. Да просто здесь вообще, наверное, вкусный. Вкусный запах чувствую. Вообще то же самое. Запах речки. Крис вечно сравнивает с какими-то овощами. Кофе, всякие сладости она найдет. Вот там в клубничке такая картошечкой пахнет. Тут вот резечкой. Редькой. Короче, вот вкусно, мне понравилось. Кажется, до этого резали речку. Ножом. Сегодня... Крис, что ты тут рассказываешь? Кофе безумно вкусное, но я чувствую, что там витамины от редьки добавлены. Вот такое ощущение, что ножом резали речку, потом помешали на кофе. Фантазерка вообще не могу. Ножом такая женщина стоит, мешает. Сейчас, скажи, приговаривала к чему-нибудь там. Это... кстати, у меня недавно была такая фигня. Я хочу о блоге рассказать. Слушай, я хочу о блоге рассказать. Фигня у тебя, давай расскажи. Рассказать? Расскажи, Билл, фигня.
Мне рассказать им это? Что? Про женщин. Боже, так страшно. Ну, вообще расскажи. Короче, недавно. Ты что-то прокомментируешь? Я загрузила видео, да, если, может быть, кто-то знает. Я загрузила видео на YouTube на ночь, поставила. Утром встаю, начинаю включать видео. У меня еще с заставки ничего не было. То есть все, оно загружено, мне нужно нажать кнопочку «Готово». Я загружаю видео. Девочки, сразу предупреждаю, что это видео не для слабонервных. Сейчас я вам вставлю сюда картинку, которая у меня была вместо заставки на YouTube. Я не знаю, что это значит. Это страшное зрелище, поэтому детей от экрана уберите. Да, и кто вот слабонервный, потом фантазирует себе, то не смотрите. В общем, появляется у меня на заставке вот такая женщина. Сейчас я вам вставлю ее. Я сразу могу сказать, что я не испугалась. То есть я сначала подумала, что это, честно говоря, на мой портрет наложили какую-то женщину старой картины, да, и получилось, ну, такое немножко страшненькое зрелище, да. Но потом я начала смотреть, что у меня в видео ничего такого нету, и кадры на кадры наложиться не могли. И я поняла, что это может быть какой-то глюк. Я несколько раз обновляла страницу, она все равно появлялась, эта женщина, в начале, несколько секунд, потом уходила. Вот. И потом, когда я поставила заставку, это все ушло. Я написала в службу техподдержки, жду сейчас от них ответа, я не знаю, что они скажут по этому поводу. Ну, какая-то фигня. Вот. Но потом я присмотрелась к этой женщине, мне она вообще показалась какой-то обаятельной, и вообще, мне кажется, она на меня похожа в какой-то старости. Конечно, или в гневе, знаете, в гневе. Вот меня лучше не злить. Я вот начну превращаться в такую женщину. А потом я еще подумала, может, это у меня какой-то глюк. Я же сейчас смотрю «Кровавая барыня». Короче, все одно на одно. Если кто-то знает, девочки, напишите мне в Инстаграм. Может, кто-то у каких-то других блогеров такое видел. Они рассказывали, может быть, об этом. В общем, мне интересно, что это такое. В общем, все, мои крошки. Мы столько много всего наделали. И большую часть успели дел поделать. Какую-то часть не успели делать. Мне кажется, влог пора заканчивать. Я не знаю, о чем будет этот влог. Он, по-моему, будет о том, что... О чем? О том, что я что-то не говорю. Секретный влог. Ни о чем. Просто уже мы столько наболтали там. Нужно его заканчивать. Я его закончу. Тем более, я не знаю, что выкладывать. А ну-ка, напой. Эта песня ни о чем, ни о чем. Эта песня ни о чем, ни о чем. Эту песню мы сначала начнем, ни о чем, ни о чем, ни о чем. Я думаю, баста на тебя не будет подавать. Мне не надо. Все, крошки, я вас люблю, целую, до следующего что видео. Что, не надо песню? Переходите на мой канал. Ссылка под видео. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of